Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня у меня такое небольшое обращение именно к вам. В общем, все знают, что недавно, ну как недавно, через достаточное количество времени я получил наконец-то партнерку вот от этих ребят. Кстати, вы можете тоже попробовать получить партнерскую программу, что довольно реально. Ссылка будет сейчас вот здесь. Замечательно. И все-таки, ну, партнерская программа, деньги за просмотры, и я решил, что надо куда-то развиваться. Конечно, надо. Вот, и сделал пару важных шагов. Первое, это я создал группу ВК. Вот она, с удовольствием заходите, подписывайтесь, чтобы первыми узнать какие-то новости, чтобы узнать, когда будут обучалки по самокату и все дела. Вот, кстати, если все пойдет хорошо, то я думаю, уже завтра буду снимать обучалки по самокату. Ну, максимум послезавтра. Ну, в любом случае, я буду их снимать, они обязательно будут. И, кстати, вот ссылка на группу. Да, и сейчас, как бы, как вам объяснить... Ну, в общем, я решил шагать потиху вперед. Видео будут выходить чаще. Правда, скоро я уезжаю в Киев, поэтому видео, наоборот, будут уходить реже. Кстати, там что-то на крыше. Но это не важно, не суть важно. Так вот, видео, наоборот, будут выходить немножко реже. Но когда я приеду с Киева, они будут чаще. Кстати, в Киеве я буду кататься в Гавань Парк. Кто живет в Киеве, приходите, чтобы это... Ввалить меня, короче, за мои влоги. Вот, и... В общем, приходите, будем кататься вместе, если вы живете в Киеве, и обязательно я буду там снимать обучалки. Кстати, я еще создал WebMoney кошелек, вот он. Если вы хотите немного мне помочь, возможно, пару рублей, я всегда буду рад, если вы мне их скинете. Конечно же, все деньги пойдут на развитие канала, на игры какие-то, возможно, даже если у вас есть какие-то пожелания, то там можете писать. Даже можно, знаете, закинуть вот сюда вот, создать обсуждение... Где-то здесь есть. Хорошо, я создам обсуждение, там вы можете предлагать свои варианты, да, и пишите, если вы мне там что-то скинули, я буду вам крайне благодарен. Не знаю, упомянул об вас в видео, тоже такая фича интересная. Ну хорошо, на этом всем спасибо. Наверное, все, что я хотел сказать. Пока!